Проблема с нелегальной миграцией – одна из самых актуальных тем и для нашего общества, и для нашего государства, и даже взять то, что, конечно, депортация нелегальных мигрантов обходится налогоплательщикам, то бишь нам, достаточно, ну, в круглую сумму денег. И по опросам самих же нелегалов, они стараются вернуться обратно и уже по поддельным документам. Поэтому это только часть проблемы. Также она порождает и коррупцию, и взяточничество. И, конечно, очень велик соблазн, скажем так, не заметить проблему за круглую сумму. Также появляются пособники, которые зарабатывают огромные суммы денег на труде нелегалов. И, конечно, из-за этого государство теряет очень много денег. Поэтому появляются уже из-за того, что профильные учреждения не справляются со своей задачи, появляются просто уже молодежные какие-то организации, которые сами борются с нелегалами, находят их, и не всегда это происходит правомерно, скажем так. Поэтому точка кипения уже настала, особенно в обществе, и чем быстрее мы предпримем меры, и сейчас это одна из самых обсуждаемых тем и в Государственной Думе, и в правительстве, и я считаю, что меры мы должны принимать в самые кратчайшие сроки.